Так, ладно. Пару попыток сегодня. Часик попробую. Я понял, про что мне Игнат говорил.
забыл, что она так атаку только делает. Ладно, первое солнышко за сегодня. Уже неплохо. Да, аж плохо разбираюсь во второй фазе его. Да, если что, извините, что мы лучше сосредоточимся дела.
Интересно, интересно. Надо понимать. Надо понимать, и мозг нормально, чтобы работал. А не как у меня. Плохо, очень плохо. Отвратительно, я бы сказал даже. Отвратительно. Сегодня только одна попытка была нормальная. Ну как нормальная? Относительно нормальная. Второй раз до солнышка дошел. Уже чуть лучше. Но все равно говно. Все равно плохо.
фейл на фейле. Просто на линиях на самых первых тупо все сливает. Ай, реакция ноль. Тупо реакция ноль. Дном называется. Что вообще день не заварился. Все это началась череда фейлов. Просто задолбал. Взял на танец на списке. Да все это фейл, я знаю. Потому что я облажался с одной атакой.
Да, спасибо. Что вообще, тупые фейлы начались. Да, привет всем, кто подходит. Кто смотрит. Это неподребство, как я... Как меня Деус нагибает. Что это такое? В том месте взял два хп слил. Слишком рано прыгнул. Ладно, в любом случае мне надо понимать его атаки второго паттерна. Очень плохо. Сложит только на самом конце. Я думал, он эту атаку сделает. Плохо, очень плохо. Отвратительно. Все забыл, к черту, все забыл. Хорошо начал, плохо закончил. Ужас.
то он сделал совсем не то. Ладно, это небольшой прогресс на самом деле, пережить это солнышко дурацкое. Точнее, эту спиральную атаку. Ну, правда, прогресс совсем небольшой. А, ладно, плевать. Значит, он дает ему очко учиться. С предыдущим боссом вообще такого не было. Вот это вот страшно, так не могу. Не понимаю, как она правильно. Точнее, понимать-то понимаю, но. Ни хрена. Тяжко.
Ладно, прогресс. Почти 1000 хп осталось. Так, вот не помню, есть ли у него какие-то атаки дополнительные после этого. Но не то. Так, что-то контакт мне достал уже. Все, маячит там. Через раз у меня получается, то нормально, то плохо. Так, блядь. Рано или поздно пройду, все равно сюда делаюсь. То сделал совсем. Прошу извините, что молчу. Как-то слишком сильно сосредоточен. Не получается нормально хоть что-то сказать.
быстрее бывай. Отстой. Отвратительно, отвратительно. Ладно, скажу сегодня. Хорошая попытка уже одна была, что не может не радовать. Здесь хоть прогресс какой-то.
Так. Надо тренировать паттерн. Отвратительно. Рано пройдет.
на пиксель вылез вперед. Плохо. Слышал же, что он так атакует. Нет, отвратительно сейчас было. Даже можно не пытаться дальше. Вообще все очень плохо. Ладно, пережил еще одно солнышко, но при этом сдох в самом конце. Ладно, еще пару попыток, наверное, сделаю буквально сегодня. Как-то можно рисовать, что-то не хочется. Mm-hmm.
Это... Значит, мы можем наркоманить. Форму добавился. Тоже все. Высшая форма фейла. Деус. Ладно, последняя попытка на сегодня хватит. Отвратительно просто встал. И слил все 4 хп. Не, так не пойдет дело. Я хочу нормально пережить солнышко. Хотя бы, чтобы всего лишь 1 хп слито было. Это было ненормально сейчас. Thank you.
тоже с трудом можно назвать нормальным. Совсем с трудом. Да, ё-моё. Хотел одну попытку. Хотел одну нормальную попытку, а не так говно. Что сейчас со мной происходит? Что такое? Паттерн нормально распознавать. Подожди. Фак. Ладно, сегодня, наверное, все уже что-то. Хорошая попытка, конечно, была, но. Ладно, прогресс хоть какой-то есть. Один раз дошел до последних паттернов самых. Ладно, спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за хост. Surreal World TV. И всем пока.